Всем привет, меня зовут Ульяна Яковлева, и 20 января начинается мой курс лекций по истории фотографии. Я считаю, что об истории фотографии должен знать каждый, хотя бы в общих чертах. Потому что фотография, она везде. Она в рекламе, она на упаковке разных продуктов, она в фотогалереях наших мобильных телефонов и даже в паспорте. Поэтому было бы интересно разобраться вместе в том, как так получилось, что фотография всего лишь за 199 лет вышла из позиции служанки искусства и стала самым прогрессивным, быстрым, понятным медиумом в современности, без которого очень сложно представить нашу жизнь сегодня. Поскольку фотография развивалась стремительно, то и в разные периоды времени она воспринималась абсолютно по-разному. Как угроза искусству, как революция, как набор символов и знаков и так далее. И фотография продолжает развиваться до сих пор, поэтому появляется все больше новых контекстов для ее понимания. Я бы сказала, что этот курс для всех, кто любит фотографию, неравнодушен к ней и хочет знать о ней чуть больше.